Здравствуйте! Это новый репортаж из Пинска! Такая большая численность населения вылезла в честь празднования Пасхи на Арбат. Мы можем наблюдать это безудержное веселье. Уже зелененькое все такое, прям как в июне. И вообще классно насажено, как в Австралии. Так, понтонный мост. Кто-то выгуливает собачку. Главное не уронить камеру в воду. Вот всем обязательно нужно вот именно сегодня на нем тусоваться. Да, да, в воскресенье. А это идет ремонт основного моста. Вот смотрите, какой у нас понтонный мост временный до ноября. Будут ремонтировать наш мостик. Идем туда. Мы идем за кайфом. Мы идем за кайфом. Дальше нет? Да, на пляж. Ну да. Давай мы придем уже на понтоне. Все на понтоне. Идем туда, сядем там, где сидели. Не, мы уже зашли за поворот, не больше. Ну давай. Болото снимаю. Не дошли до речки.